Еще кукурузу, и я стала выходить с ними. И вот я буду отмечать. Переживаем сейчас трудное время, но мы все переживем, все выдержим, и мы победим. Она висела, да? С полевого стана домой вечером прихожу, там на полевом там накопаю картошку, дедушке, бабушку тоже надо чешу. Вот. А калитку открываю, а стоит у нас военный. А я поздоровалась, а вон бабушку спрашивает, это внучка. А он говорит, а вы знаете же, ты комсомолка? А я, бабушка, нет. Я говорю, как нет, я комсомолка. Я комсомолка. Вот, он говорит, а сегодня ночью немцы будут в Ордоне. А и они в первую очередь убивают коммунистов и комсомольцев. Бабушка говорит, я ее намажу, в подвале посажу, никуда не пущу. Вот так. Ну... военным говорить. У нас отряд с одних девушек. Вот. Мы стоим в школе. Чтобы я отчет привезла. Связи не было, тогда ни автобусов, тогда мы как комитета. И вот так я стала активно участвовать. Сидели там в горах, а потом наши начали наступать, и мы спустились, и такой бой был. Это наша часть была при полевом госпитале. И меня ранило ногу сильно. Да, ты. Райком партии посылают учиться. И я в паршколе встречаю своего Хугаева Хазбишабекаевича. Он воевал на Сталинградском фронте и тоже с палочкой, и я с палочкой. У его класс, он плохо по-русски разговаривал, но он очень хорошо политэкономию, философию, а я в этих не очень. И вот я его русского учила. Ну, и когда коснулась, что уже надо по окончанию, а осетины не хотят, чтобы он женился на украинке. Сказали, что тогда он сказал, а мне, кроме Нади, никого не надо. И решили, взяли в обкоме партии направление в самый дальний район, Курбский был, Моздокского района, с Виноградным. Виноградный центр был. А спросит бабушка. Какая бабушка? Ну... День освобождения Моздока от немецких русских захватчиков все участники битвы за Кавказ считают своим праздником. Я была комсомолка в организации техникума. Тебе не обидно было, что ты вот таких, она была... Для показать, видимо. Я по какому вопросу ей говорю. Она так грубо, надо. И, в общем, вам понравилось, да? Ой, хлеба не было. Да, трудно было. Да, трудно. Давали там по 600 грамм, потому что
Бывают в жизни трудности. Об этом я все время говорила в школах, что трудно было, очень трудно. Но мы, наше поколение, все перенесли. Коварные эти нацисты, но я уверена, что мы победим. У нас в России сплоченный народ, и все выдержим и победим. Анастасия Саламатова, Владислав Саламатов, специально для сайта «15-й регион».